Здравствуйте! На календаре всеми любимая пятница. В эфире рубрика «Афиша» и я, Юлия Север. О том, где и какие мероприятия пройдут в эти выходные, расскажу вам сейчас. С 14 по 16 августа в Самарской губернии праздник вишневого пирога. Фестиваль «Жигулевская вишня» традиционно пройдет в селе Ширяево. Вас ждет насыщенная трехдневная программа. Парад вишневых пирогов, конкурс этнографических костюмов, самый большой узорный хоровод, песни у костра, дегустация пирогов. И это далеко не все, что будет на фестивальной площадке. Для желающих увидеть все, на время фестиваля будет организован палаточный городок, где вы сможете остановиться на все три дня. Итак, с 14 по 16 августа. Фестиваль «Жигулевская вишня», село Ширяево. Однако в городе в эти выходные тоже будет чем заняться. Большой трехдневный фестиваль уличной культуры «Street Energy» пройдет в историческом центре города Самара. Ежегодное прогрессивное молодежное мероприятие, которое собирает творческую, наполненную энергией молодежь. Участники выступают в своих направлениях, обмениваются опытом. Итак, 14 августа – открытие фестиваля «Рэп и бумбокс-соревнования». 15 августа – в субботу – танцевальные батлы, граффити, маркер-батл, фаер-шоу. 16 августа – воскресенье, паркур соревнований и велогонка на фиксах. Мероприятие свободное и открытое для всех. Встречаемся в Струковском парке. На сегодня все. Верю, что ваши выходные будут интересны, и в этом поможет наша афиша. В любом случае, не сидите дома, проведите эти дни уходящего лета ярко и позитивно. А мы с вами увидимся в следующую пятницу в рубрике «Афиша».